подписчики канала Cat Family. Сегодня я вам покажу. Так, это мы взяли котиком Баскервилль. Так, это ёшкин кот. Сейчас, секунду. Вот такой вот. Да? Лиски рекавери. Да, что я хотела вам рассказать. Вот такая вот появилась фортифлора. Она с пробиотиком и... Видите, пробиотик. И пребиотик. 30 пакетиков. Так. Сейчас, секундочку. Ага. Сейчас. Действие пробиотиков, да, пребиотиков. Господи, боже, мы еще бы мельче написали. Помогает поддерживать здоровье и микрофлору кишечника. Вот таких вот 30 пакетиков. Так, как ее открыть, чтобы вам показать? Сейчас, секунду. Это вот идет у нас сейчас на ура. Да, как видите, вот здесь 30 пакетиков. Пакетики, кажется, по 1 грамму. А, нет, по 1,5. Ух ты. Пакетики по 1,5 грамма. Очень классная вещь. Кстати, рис, чтобы стимулировать аппетит, вот эта вот штука, присыпать ее сверху корма или паштета, очень помогает ее кормить. Так, чтобы что-то такое вам сказать по поводу этих пакетиков. Информацию вы, как всегда, можете найти в интернете. Очень классная штука. Посмотрите, насколько она классная. Вот, пожалуйста. Мне будет говорить, что котики вообще не едят, у них пробиотик и пребиотик. Можете показать это видео. Вот видите как. Котами его прекрасно кушают. Люди обычно посыпают сверху корма, сверху паштетов. Можно давать даже просто так. Ну, видно, очень вкусная вещь. И, кстати, очень полезная.